Świadkowie widzieli, jak groziłeś pięści. Trzymaj się z daleka. Nie надо командовать. To pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. Предупреждай Фиста, и я убью его. Chcesz, żebym cię aresztował? No dawaj, попробуй. No dalej, spadaj stąd. My znakomy, człowiek. Ho un conto in sospeso con Fist e non voglio averti tra i piedi. Теперь я узнаю вас. Вы капитан Шепард, служите Альянсу. Я много слышал о вас. Мы оба солдаты, Шепард. Из уважения я хочу по-честному вас предупредить. Я собираюсь убить Фиста. Фист vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. У моего народа есть поговорка, которая гласит: «Ищи врага своего врага, и ты найдешь друга». Credo che andremo molto d'accordo, Vrex. Пойдемте. Мне не хочется заставлять Фиста ждать. Здравствуйте. Это вы, что ли, Шепард? Chi vuole saperlo? Меня зовут Рекс. Серый посредник заплатил мне приличную сумму, чтобы избавиться от Фиста. Но вы меня опередили. Non è colpa mia se sei troppo lento. Когда мне платят за работу, я ее выполняю. Один. Ça commence à tourner au vinaigre. Но я не успел. Все сделали вы, Шепард. И деньги должны получить вы. I cacciatori d'Italia non vanno in giro a pagare la gente che gli ruba i lavori. Я не беру денег за чужую работу. Я перевел их на ваш счет. Мне понравилось, как вы разделались с Фистом. Я слышал, вы охотитесь за Сараном. Я подумал, что могу вам пригодиться. Un Krogan porterebbe solo altri guai. Я не создаю проблем. Я решаю их. И если вы преследуете Сарана, вы в этом убедитесь. Non ti voglio in questa missione. Ну и тупо. Передумайте, я буду в логове Коры.